если бы я была президентом, я бы подумала о самом главном, о детях, о нашем будущем. Я бы предоставила им хорошую инфраструктуру в садиках. Я хотела бы, чтобы дети занялись спортом. Я бы научила детей правильно разделять мусор. Я бы показала детям, что такое теплицы и как выращивать продукты, которые они едят. Если бы я была президентом, я бы позаботилась о безопасности детей. Очень важно показать детям культуру и искусство в другом виде, чем... Для меня было бы очень важно предоставить бесплатное образование для всех детей в городской и сельской местности в пандемический период и после. Я бы приложила много усилий для того, чтобы дети стали личностями,